С миром, брат. Там Марина Якимовна спрашивала, говорит, у нее есть 5 человек, но они не в нашем содружестве. Они не в скайпе, у них нет скайпа. Могут они взять ваш телефон и обратиться к вам по вашему телефону? А какой у меня телефон? Сотовый. Так вот, посмотрите, какой телефон у меня. Я никому не звоню, не отвечаю. Нет. Они говорят, что они вам сюда позвонили. У них нету интернета, скайпа нету. Они хотят сюда. А зачем мне звонить-то? Я не отвечаю. А что это даст-то, что звонить-то? Они хотят проповеди взять у вас, перекладывать на Word, на текст, видео. А, из видео в Word. Так, я не знаю, да. Тут как. Это надо через кого-то, чтобы передать. А как я передам? Куда? Я это и знать не знаю, не пользуюсь. Да, ну, нет, надо... Если мы ваш номер телефона им передадим... Нет, это не даст ничего. Это надо где-то у них там все-таки знакомые есть, и чтобы они оттуда по скайпу зашли, и я скину сразу. А, все. Да. Все, понял, так и передам, благодарю. Да, передайте, все, скажите, понял. Я рад буду, что они придут. Но только вы узнаете, как зовут, и проще на меня выйдите с их фамилиями-то. А так, кто они такие, кому я дам? Вы, чтобы за них отвечали. Ну, они знакомые, Марина Якимовна, Каликина. Ну да где она, Мария, это Акимна? Пусть на меня заходит, поговорим. Это же не просто, я отдаю, все. Другому-то не дам этот материал. Это очень ценно все. Все, понял. Ну все, жду, давайте. Все, передам. Да, через сейчас нее, чтобы они заходили, где-то там договаривались, и на меня выйдет, может она как раз будет, она им скинет на телефон тогда. Угу, все, с Богом, благодарю. С Богом. Угу.